Не, мы каждый день вообще ездим. У вас уже тепло хоть. Что твои дети? Уже школа закончилась. Да, Дима у меня, короче, в Молдавии закончил садик. Короче, мы отгуляли там за смешно. Русский садик 2 месяца проходили. Короче, отгуляли выпускной. Дима, успокойся. И, короче, этот. Ну, домой уже у нас списки уже подали, уже школу собираются онлайн. Офлайн школу. Короче, поэтому уже этот. Подали списки. Ну, связь, наверное, такая. Покажу, у нас тут движение происходит. Коляска. Это у нас тоже ребята из Черкасска.